Всем привет! Это наша рубрика «Было-не было» и наш сегодняшний гость и участник Влад Сарамыцко. Владос, привет! Привет, здорово! Ну все просто, задаю вопросы, ты говоришь, было в твоей жизни такое или не было, и, пожалуйста, будь честен с нами. Хорошо. Погнали! Давал пощечину девушке. Да. Кайф. Сбегал со свидания. Нет. Нравилась девушка друга. Нет. Ходил к гадалке. Нет. Встречался с девушкой из-за выгоды. Нет. Позволял девушке накрасить себе ногти. Нет. Танцевал стриптиз. Да. Я тигр, я хищник, ты меня не тронь. Ага, пел в караоке на публике. Конечно, да. Угу. Читал книги Донцовой. Нет. Давал взятку гаишнику. Да. Угу. Царапал спину девушке. Нет. Смотрел «Дом 2». Да, май и абрикосов. Ну пока, ребятки мои любимые, о чем же вы говорите? Где же душенька, где же самое святое? Куда? Называл девушку чужим именем? Нет. Ходил по улице без трусов под одеждой? Да. Целовался с иностранкой? Ну, нет, нет. Сидел на сайтах знакомств? Нет. Давил прыщи другому человеку? Нет. Купался голым? Да. Давил блох? Нет. Кому? Собаке? Да, собаке, например. Да нет, наверное. Угу. Вызывал пиковую даму? Да. Исповедовался в церкви? Блин, нет, нет. Пробовал кошачий корм? Да. Раз, дает ему силы. Два, энергичный. Раз, да, это энергия кота. Ну как, давай? Ну, да, кириешки на кириешки. Ага. А встречался одновременно с двумя девушками? Да. Просыпался с незнакомкой? Нет, нет. Пел в душе? Конечно. Писался после 10 лет? Блин, не помню. Ну, нет, наверное, это хреново. Ага. Просто в нашей рубрике «не помню» означает «да». Да. Да нет, ну сколько лет мне было, я не могу помнить. Ага. Писал в водоем? Конечно. Ты знаешь, что в следующий раз писать в море нельзя? Почему? Потому что ты пописал, а где-то дельфин умер. А воровал в супермаркете? Да. Загорал топлес? Нет. Звонил в дверной звонок и убегал? Конечно. Назывался другим именем при знакомстве? Нет. Симулировал болезни, чтобы не пойти в школу или университет? Естественно. Брил ноги? Ну, конечно. Ну, нам положено брить ноги, ну, как бы. По статусу, да нет. Ну, типа, ну, массаж когда делаешь, чтобы потом раздражения не было. Ну, так, хорошая не для красоты, да, честно. Я понял. Нам-то не гони. Танцевал на столе? Да. Хрюкал во время смеха? Да. Ел козюльки? Ел. Двойная вкуснятина. Купался в фонтане? Да, купался. Говорил «люблю» человеку, которого не любишь? Нет. Врал, что занимался делами, когда весь день валялся на диване? Конечно. Надевал женские вещи? Нет. Разговаривал с зеркалом? Нет. Писал в подъезде? Писал. Фотографировал себя голым? Нет. Ел просроченные продукты, зная, но что они просроченные. В трусах не голый? В трусах не голый? Нет. Тогда нет. Ага. Ел просроченные продукты, зная, что они просроченные? Нет. Кидал с балкона в прохожих пакеты с водой? Конечно. Яйца? Ага. Ездил зайцем? Ездил. Забирали в полицию тебя? Забирали, да. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Шлепал незнакомую девушку по попе? Да. Ел снег? Ел. Не желтый, нет. Лизал сосульки? Лизал. Ну все, это крайний вопрос. Я надеюсь, что ты был честен. Вот что, какой вопрос взбудоражил твое сознание? Вот такой, ай, да, блин, было. Ну, козюльки.
Ну и все. Да, спасибо тебе большое. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно ссылка в описании есть на наш магазин Атрибутики Скашоп. Всем пока-пока.